Всем привет, и сейчас я играю в дуэль против Тик-Така и покупаю все скины, с которых он меня убьет. Так, его пока нету, ставим плент. Теперь убегаем и ждем самого Тик-Така. Главное отбежать подальше, чтобы он нас не заметил. Что? Какое ВМТХ? Что мне делать? Где я его достану? Ну что, придется сейчас продавать свой единственный дорогой скин из инвентаря Gambit Gold. Блин, я его так хотел купить. Он стоит 80 тысяч голды, и я стремился к нему, чтобы купить. И вот спустя неделю я его продаю. Давайте выставим за 70 тысяч голды. Блин, мне очень жалко, ребят, очень жалко. Я не смогу это пережить. 72 тысячи голды. И как у меня покупать Gambit Gold, мне придется покупать Авик ТХ, который стоит 86 тысяч. Ребята, у меня купили Gambit Gold, я серьезно. Его купили за одну минуту. Я не знаю, я так его давно хотел купить. А ФМТХ 86 тысяч голды. Я прямо сейчас могу его купить, но давайте я поставлю запрос. Поставим, давайте, 71 тысячу голды. И будем ждать, пока он не прилетит. Я надеюсь, вы все поставите лайк и подпишитесь на канал с колокольчиком. Прощай, мой Gambit Gold. Набираем 3000 лайков, и я покупаю АВМТХ прямо за 86 тысяч голды. Ну и я пошел плакать в подушку.